Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками. Сегодня хочу познакомить вас с французским художником, представителем салонной живописи и ориенталистом Гюставом Кларен Рудольфом Буланже. Родился в 1824 году в Париже, 14 лет стал сиротой, изучал живопись в Парижской школе изящных искусств под руководством Поля Деларошша и Пьера Жюля Жолье. В 1845 году впервые посетил Алжир. Это вызвало у него интерес к восточной тематике. Первую награду свою получил за картину «Одиссей, узнанный и в клее». Был отправлен за казенный счет в Италию, совершал двухлетнее учебное путешествие по стране. Кстати, и в Риме имел большой успех благодаря своей картине «Цезарь на Рубиконе». Эскизы и наброски, созданные Буланже во время поездки в Италию, служили основой для его произведения на античную тематику. Такие работы, как «Лукреция», «Лесбия», «Продавцы венков», «Помпеях» и так далее. Работы Буланже были близки по стилю произведениям художника Жан-Леона Жерома и приводили восхищение императора Наполеона III, давшего указание Густаву Буланже украсить свой парижский дворец в помпеянском стиле, написано в Википедии. Кисти Буланже принадлежат росписи в парижской опере Гарнье. В 1882 году начал преподавать в Институте Франции и был влиятельным учителем, известный своей неприязнью к импрессионизму. Ну вот и все, что мне удалось найти о Густаве Кларене Рудольфе Буланже, французском художнике, представителем салонной живописи и ориенталисте, который, в общем, не жаловал импрессионистов. Все, всем пока, всем привет. Смотрите картинки, которые я нашел в интернете. Пока-пока.